Привет, вы на канале Simpendia Life Channel. И сегодня мы распаковываем 16-й выпуск «Звездные войны. Соберите своего R2-D2». Начнем по традиции с обзора журнала. Также я покажу сейчас, что я прикрепил кольцо металлическое. Я долго не мог разобраться, как это сделать. В итоге разобрался между вот этими деталями, широкой деталью, и последующий за ней есть вот такая вот как щель, и на этой детали изображена стрелочка, должна указывать на щель, и тогда все кольцо идеально подойдет. Вот. А что у нас в журнале? В журнале у нас те же будут съемки, естественно, эти съемки уже давно прошли. Мы уже могли их видеть в последних фильмах. И в фильмах «Изгой-1». И в фильмах «Последние джедаи». Ну, тут, наверное, про «Последние джедаи» еще не говорится. Я не смотрел. Так. Также у нас идет рассказ про очередного робота, в этот раз про серию IG. Так, продолжение. Тут рассказывается структура, аксессуары. Так. Продолжение про охранные роботы Зиппо, Хатта. И рассказ про компьютерное управление. Тут большая-большая картинка. А тут уже описание. Дальше у нас про одноплатные микроконтроллеры. У нас приводится газета. Тут ничего не видно. Тут показан манипулятор на картинке. А тут космическая станция «Звезды смерти». Она уже вроде бы из 4-го фильма, насколько я помню. Где-то 4-й, 5-й фильм. А рамка каркаса купола. У нас только одна деталь в этом выпуске, как и в следующем. И набор винтов. Сейчас мы это все посмотрим. У нас одна пластина и 4 набора винтов. Сейчас я все покажу. Пластинка. Она достаточно больших размеров. Не сказать, что она маленькая. Набор гаек. Сейчас покажу на руке. Набор винтов. Он нам понадобится для прикрепления вот этой штуки. Потому что винты у нас при вкручивании их по всему периметру закончились. А гайки еще остались. Две гайки. Такие черные винты. И черные маленькие винты. Так, как же поставить эту деталь? Нам понадобятся вот такие вот винты. И две гайки. Сейчас я их достану.
Также аналогично у нас на этой штуке есть стрелка. Вот она. Ее хорошо видно. Вот, фокусировалась. И надо установить ее на вот эту стрелку. Тут. Наверное, вот так как-то. Сейчас. Момент. Да, она идет в сторону утолщения, а вот тут так вот. Вот так вот. Она будет установлена, и вот так это будет выглядеть. Сейчас я ее установлю и продолжу видео. Что могу сказать конкретно по этой детали, то она как бы не совсем сделана по размерам. И если вот этот винт становится хорошо, то вот этот винт, чтобы поставить, надо очень постараться, потому что она не сходится, ее надо туда прям втягивать, чтобы она вошла. И в итоге она ставится с такой неровностью, которая как бы она учтена, что она будет. В журнале она тоже показана, это неровность. Но странно, конструктивно, что она допускается. Подписывайтесь на канал и ждите следующего выпуска.